Ну что, народ, погнали нахер. Что у нас? Кто у нас первый, интересно, выйдет накатывать всю трассу? Так, все, есть те, кто выехали. Ладно, поедем тоже. Так, надо будет только их пропустить, когда они поедут. Поедут сейчас. Полный уже. Поехали. Отлично, аэропорт уже хреново пройден. Третий еще лучше. Отлично. Пока неплохо идем. Ну, это, так сказать, предварительно, но круг просто полная параша был. Хуже некуда. Реально. Первый и третий поворот, господи, я же там, блин, слил, наверное, почти полсекунды. Так, ну ладно. Как бы, назовем так, сейвовый первый круг собран. Он не лучший, но и при этом не прям полная какашка. Не засчитали? Фух. Живем. Хрена там Мейерс поставил круг. Ну пока как-то вот выглядит, конечно, что Мейер будет просто отрываться от нас, от пилотона основного. Так, короче, где Вильямсы? Я что-то вообще туплю сейчас дико. Танкофоб на восьмом. А, Зетмир на четвертом. Это я Зету? А, нет, он вклинился между мной и Рябковым. 2000-х. Отлично. Но это обещает быть, значит, веселой близкой борьбой. Вот она, ушатанная резина. Да. Ну, короче, еще десятку точно могу скинуть с временем. Ну, вопрос в том, что... А, там Мейер вышел из трех даже. Я понял. Окей. Так, ну, у нас вырисовывается топ-тройка уже, я вижу, пилотов. Рябков, Девиза и Мейер. Товарищи быстрые. Потом... меня до седьмого места полсекунды идет, то есть, ну, у нас будет группа Язет, Мир, Голдман, ну и Эллипсис и Ричкринс. Потом еще полсекунды сплита между ними. Там будет уже как бы вторая десятка идти, вести борьбу. Ну ладно, на трассе посмотрим, как оно пойдет.
Кстати, еще один интересный факт, что в топ-4 четыре разных движка находятся. Правда, Феррари по второму месту там 10-е только, а потом как-то да, как-то все Феррари сидят что-то за... Ну так, два болида с мотором Феррари в первой десятке, и потом 4 во второй. Кстати, погода переменная, это, блин. Это будет весело, если пойдет у нас дождь. В квале, в гонке. О, ебать, дождь! О, еще и ливень. До конца гонки он почти будет. Отлично. Так. Для мастерса решили тоже веселую гонку устроить. То есть в Pro AM была гонка в дождь. Но они стартовали на промежутке. Мы стартуем сразу же на дождевых. Ну ладно, посмотрим, кто как в дождь едет. Вот сейчас мы точно... Тут кто-то убьется в первом повороте. Это будет... Вот 100 из 100, что кто-то там точно прилетит в кого-то. Блин, я не посмотрел, сколько у меня топлива залили. Ёб твою... Блядь, вот это я сейчас обосрался. Сейчас увижу себя там примерно на лишних 4 круга топлива и прифигею на старте. Пока буду их сжигать. Блять, да... Ёбаный рот, ребята, вы чё там шутите? Я, короче, КЗ, в меня въехали. Что? Если я правильно понял, это Z в меня въехал. Потому что я был вообще с правой части трека, и меня не сносил никак. Типа, ко мне вообще никаких вопросов. Но старт мне нравится, да. Да, повреждённое крыло тоже мне нравится. Там пол пилотона, наверное. А, Z выбывает из гонки. Ага. Интересно. Походу... гонка закончилась, успев начаться для Z-а. Да, ну, не повезло. Ну, я говорил, первый круг будет веселым. И так оказалось, после первого, правда, поворота, там поубивались, по большей части. Ёб твою визию. Ну, плюс позиция, отлично. Отыгрываемся на свои стартовые четвертые. Слипстрим. Okay, clear. Так, напарничек мой убился. Плюс позиция. We're running an excess on fuel. Mix 3 is there if you need it. Mix 3. Плюс позиция. О, блядь, слишком быстро. Так, следующий сейфти кар, отлично. Так. Ну, думаю, полгонки мы в сейфти каром проедем, там, более-менее. Блять. Это, блять, весело, да. Ну, пока одну треть гонки мы почти проехали за сейфти каром. У нас гоночный темп был, сколько там, 2 круга? Ну, точнее, ладно, 1,5 круга. Бать, там чё в меч что-то въебался слева? Почему? Потому что, блядь, эти тут едут. Бабушки, блядь. Что? 5 секунд за столкновение? Что? Простите.
Отлично. 5 секунд плюса мы получили. Ебать, поймал. Блять, братан, ёпарасоте! Спасибо Рябкову, помог спираль разобраться сразу. Ебать. Я штраф еще буду отбывать. Блять, да я готов его взять на потом, просто что мне потом его дадут. Блять, вот серьезно, это вот сейчас самое хуевое. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Заебись, блядь. Ай, блядь, дебил кусок. Просто, блядь, кретин. А, на 3 секунды делать гэп, блядь, сзади, чё? Пистоп или нет? Ну, короче, посмотрим, что сделает лидер. Если он поедет на пистоп, то я поеду тоже. Поехали, рискнем. Я рискну. Похеру. Четвертая позиция, блять, ну, пятая, похуй. Если риск оправдается, я выиграю многое. Риск не оправдается, я проебу многое. Ладно, немного. Так, или можно было, конечно, оставить. Отлично, ребят, пинсов дали. На выходе аккуратно, потом траекторию и все, заебись. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А, блядь, нет, это было рано. Ой, блядь. Игра, пожалуйста. Активируй, блядь, слики. Это что за херня? Ух, ебать, он там разложился. Ну как бы мы же за Хас играем, у них там особые стратегии. Нет, рано. О, ДРС, все, это знак в этой игре, что, блядь, слики начинают работать. Все, поехали, блядь. Короче, заехать надо было на круг позже. И оно было бы намного лучше. Ну, типа, короче, да, можно было остаться спокойно на пятой позиции и поехать на нормальный пистол. Рано я подумал об этой стратегии. Кругом позже, может быть, может, даже с двумя лап сработал более уже. Так он сработал через заднее место. Мой андеркат превратился в пососкат. Лишнего. Ладно, у нас до Рено 6 секунд есть. Ну ладно, тогда наращу снова. А, начинаем пушить туда этот круг по максимуму. Чтобы ехать от Рено. Back
уже финишировал. Плохо. Поздравления ему. Что? Вот еще сказать. Стабильно ехал. Как бы стабильный залог успеха. Ладно, но я оторвался. Ну, типа шестая позиция. Плохо. А, кстати, у Blackbird было тоже штраф 3 секунды. Чтобы у меня должно было больше быть отставания. А, ядрить там. Там борьба-то за подиум, оказывается, еще была. Ёпт. Парень на Мерседесе успел обойти Макларене. Шестая позиция, мог быть пятым хотя бы. Ну, короче, блин. Рискнуть стоило на чуть позже, вот на один круг позже. И тогда, может быть, это бы сработало. Потому что я первый круг, но я вылетал везде. Трасса сохла только. Эй, так, все, это нам не нужно, нас там нету, нам это не надо. О, да. Шестое место. 3-3-3-6-3-6. Позади меня чувак только на Рено не получил штрафа. Что у нас произошло вообще? Авария. Вот. Первый круг смотрим. Сразу стопочка. Так, ну пошло-поехало. Значит, лидеры у нас друг друга въехали. Так. Ага. Судя по всему, вот. Ричкринс въехал в Зета. Из-за этого Зет въехал в меня уже. И из-за этого, конечно, получилась авария. Ну и потом, правда, что-то за это немного, по ходу того, убили. 5 секунд. Понимаю. Так, решение ограничений. А, это мой напарничек. Ого. Так, да. Короче, первый этап, конечно, да, получился веселым.